Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Дзене. Ну, впрочем, и все. И сегодня у нас 22 марта. Была отличная ясная погода днем, но под вечер, вот сейчас у нас 5:30, набежали облачка, но достаточно тепло, температура воздуха 8-10 градусов, море спокойное. Дует легкий ветерок и в целом отличная погода. Людей достаточно много на набережной. Все вышли проводить солнышко, ведь скоро закат. Я нахожусь на Мандарине. KFC. Очереди нет. Макдональдс закрыт. Остается кормить чаек на море и гулик. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!